Бесплатные тренировки в рамках проекта «Спорт в каждый двор» набирают популярность в Нижнем Новгороде. На новых площадках, построенных по проекту формирования комфортной городской среды, инструкторы проводят занятия по скандинавской ходьбе, конькам и другим видам спорта. Здесь очень хорошо стало. Вот как устроили здесь все. Раньше что здесь один бурьян рос и все. А теперь с удовольствием и дети, и все мы ходим сюда заниматься и зимой, и летом. Я второй раз в этом проекте «Спорт в каждый двор». Мне очень нравится. Открывается второе дыхание. Очень хорошо, что стали делать такие пространства, где жители могут собраться, и очень комфортно. Очень, что рядом с домом можно выйти и позаниматься в группе. Такая возможность, и никуда ехать не надо, и бесплатно. Это очень классно, что город предоставляет такую возможность жителям. Данный проект стал возможен по инициативе президента нашей страны при поддержке губернатора Нижегородской области Глеба Евгеньевича Никитина и главы города Юрия Владимировича Шалабаева. Занятия у нас проходят на таких сформированных и благоустроенных территориях, которые были сделаны в рамках комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда», который был инициирован нашим президентом Российской Федерации. Поэтому каждый нижегородец сегодня может приобщиться к здоровому образу жизни.